Всем доброго вечера. Все, утомились. Часть расползлась кто куда. А эти товарищи тут рядом на кровати. Я работаю еще, а они уже все. Все, шейхунчик, да? Скажи, все, все прямо, как говорится, спят без задних ног, да? Вот со мной три милоты. Не знаю, четвертая милота под одеялом или нет. А, милоська, вот она, как обычно. В самый центр заползет. И не душно ведь ей, не жарко тут. Лялька тоже вся довольная. Она развалилась. Девчонка такая. Белый-белый ляль. Да? Ой, как лапками. А, я должна к тебе подползти и пузеньку тебе гладить, да? А тебе тоже пузеньку? Сразу же такой вот говорит, я же на спинку ложусь, погладь мне пузеньку. Ну, а как тебе пузечку не погладить? Такому маленькому мальчишке, такому озорнику нашему хорошему, живчику такому. Он глазки закрыты, спит прям ребенок, спит, спит. Ну, а лялюшка тоже мне пузико показывает, говорит, мамка, не забудь меня погладить. Не забудь меня нагладить, натискать, намиловать, наобнимать. А то, скажи, спать плохо будет. Да, сны хорошие не приснятся. Если не натискулить, не нагладить, ушки не поцеловать. Да, малышка золотая такая. Носик хороший такой. Спит она, спит. И Вигуська тут. Да, моя девочка золотая. Хвостиком передаешь всем приветик. Всем спокойной ноченьки желаешь своим красивым хвостиком, да? Надо и тебя погладить обязательно. Все, ты тоже передаешь всем спокойной ночи, добрых-добрых снов, да? Чтобы всем приснилось обязательно что-нибудь хорошее, милое, нежное и очень-очень приятное, да? А мы всех целуем, обнимаем и до завтра, наши дорогие.